сказать так. Пришел 22-й год. Сейчас у нас 21 февраля 22 года. И продолжаем нашу рубрику «Ремонт дороги Мелитополь-Херсон». Погода уже хорошая. Ремонт дороги продолжается. Доделывают бордюры, там обочину что-то делают, короче, отливы делают. Короче, продолжают допиливать эту дорогу. Этот кусок пока сделали в районе 30 километров от Мелитополя в сторону Херсона. Вот сейчас вам покажу, такая обзорная экскурсия. Дороги. Короче, красотища. Короче, прям вопросов нету, ездить не хочу. Все ровненько, разметку сделали. Скорее всего, еще будут рисовать край проезжей части. Пока только по центру разметка. Если бордюры понаставили на поворотах. Я думаю, те, кто часто здесь ездил по старой дороге, сейчас просто кайфуют от этого нового куска. Будем надеяться, что в этом году до Каховки уже дотянут. Потому что от Каховки там уже тоже сделано, и до Херсона там уже нормальная дорога. А здесь этот кусок остался, наверное, в районе 100 километров. Все будут доделать, потому что вот край проезжей части еще столбиками помечены. Тут еще ничего не делали, как бы вроде как уже повороты поделали, а не разметку, ну и обочины будут доделывать, потому что пришла зима, перестали все делать. Так, все ровненько.
короче, тут все в процессе. Это нагорнули кучу земли, куда-то ее перевозят, подсыпают. Короче, процесс на месте не стоит. Ну, сегодня у нас понедельник, что-то пока никого не видно. А тут вот куча подготовленной земли. Получается, он экскаватор продолжает землю, он что-то выкапывает там. Это полезное ископаемое носу. Разметка походу временная, потому что как-то местами неровно нарисованы. Наверное, будут доделывать еще. Ну и визуально тонкая, не знаю, так надо или нет. Но вот здесь вроде все еще съезды на второстепенные дороги. Асфальт уже положили, но разметки еще нету, значит будут еще доделывать.